Правительство продолжает рассматривать изменения в областные и государственные программы. Они произошли благодаря получению дополнительных средств в региональный бюджет на 2018 год. Если на прошлом заседании правительство утвердило их получение, то теперь вынесло решение относительно их конкретного распределения. Почти 900 миллионов рублей отправится на модернизацию системы образования. Из этих средств 861 миллион предоставлен на создание дополнительных мест общеобразовательных организаций, направлено на строительство новых школ. Микрорайоне Искра 437 миллионов 733 тысячи рублей. Это 18 год. 19 год 179 миллионов также на за завершение строительства микрорайоне Искра общеобразовательной организации на 1100 мест. И в 2020 году 152 миллиона строительства общеобразовательной организации в Тельмурском районе. Остальные средства будут потрачены на создание безбарьерной среды и ремонт спортзалов в сельских школах. Пополнилось дополнительными вливаниями отрасль культуры. Средства направят на поддержку кукольных театров, ремонт Ленинского мемориала и оснащение кинотеатра «Художественный», подготовку проектно-сметной документации для библиотеки имени Аксакова и ТЮЗа. На сумму 16 миллионов 375 тысяч рублей данные средства будут выделены дополнительно из федерального бюджета. Денежные средства будут направлены в 7 муниципальных образований для ремонта домов культуры. Председатель правительства Александр Смекалин обратил особое внимание на ремонт Дома культуры УАЗ и попросил держать это поручение на особом контроле. Значительные средства поступят в строительную и дорожную отрасли. Нас строительство автомобильной дороги по улице Еремецкого в микрорайоне Центральный Заволжском районе Бортулянска увеличивает финансирование из федерального бюджета на 49,5 миллиона рублей. Также предусматривает средства федерального бюджета в объеме 83,6 миллиона рублей на строительство автомобильной дороги по улице 154-й стрелковой дивизии в Засвиярском районе города Ульяновска. Большие средства предусмотрены на жилищное строительство, на приобретение жилья молодым семьям и детям-сиротам. Изменения в региональной программе предстоит рассмотреть законодательному собранию. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.